официальный представитель МВД России Елена Алексеева. В Москве сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержаны трое уроженцев Чеченской республики, которые подозреваются в совершении разбойного нападения. В ноябре прошлого года злоумышленники спровоцировали дорожно-транспортное происшествие и, угрожая оружием, завладели денежными средствами пострадавших в размере 5 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении задержанных в настоящее время избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование.